Храм для православных. В поселке Зеленый Энгельского района прошло освящение нового Успенского храма. Этого события покровчане ждали десятки лет. До этого в поселке своей церкви не было. Чтобы помолиться или причаститься, верующим приходилось ютиться в маленькой церкви. Сейчас напротив нее в чистом поле построили новый храм. Его звонница считается самой большой в Покровской и Николаевской епархии. Главный колокол весит почти 2 тонны, на нем изображена икона Успения Пресвятой Богородицы, в честь которой и получил название храм. Этот и другие колокола-звонницы изготовлены воронежскими мастерами из классической колокольной бронзы и украшены орнаментом. Принять участие в освящении храма пришли сотни православных христиан. Торжественный чин совершил епископ Покровский и Николаевский Пахомий. Храм был у нас маленький, вот садик, так сказать, старый. Вот, ну... Очень рада, конечно, еще, что случилось такое чудо. У нас нашелся такой спонсор хороший, который нам все это построил. Ну, очень рада, конечно. Когда вот был только маленький храм, очень люди много отзывались, то, что «Ой, да это как бы вот и не церковь вовсе». А теперь, мне кажется, будет вообще очень большой такой популярностью пользоваться, как бы люди будут ходить.